было принято решение о сносе этого моста. Всем привет, друзья! Сейчас я стою на старом недостроенном автомосту, который у нас находится на выезде из города Симферополя над автодорогой Симферополь-Николаев. По левую руку от меня у нас находится объездная автодорога города Симферополя. По правую же руку от меня начинается трасса Дубки-Левадки. Строительство этого моста было начато еще в то время, когда Крым находился в составе Украины. Из-за отсутствия денег строительство моста было сначала приостановлено, а потом и вовсе заморожено. Сейчас я вам покажу, в каком состоянии в данный момент у нас находится мост. Отсутствие моста в данном месте создает огромные трудности для движения автомобилей. То есть автомобилям, которые у нас идут со стороны объездной дороги Симферополя, приходится опускаться на кольцо, потом, двигаясь по кольцу, выходить на трассу Дубки-Левадки в сторону Севастополя. И также с трассы Дубки-Левадки автомобили, которые идут на объездную дорогу, им тоже нужно опуститься на кольцо, которое находится у нас под мостом непосредственно. И также, двигаясь по кольцу, выходить на объездную дорогу города Симферополя. Из-за этого в этом месте у нас создаются пробки. Утром пробка у нас возникает, когда транспорт движется со стороны Николаевки в город Симферополь. Вечером же пробка создается у нас наоборот, в обратную сторону, когда транспорт движется со стороны Симферополя в сторону Николаевки. В данный момент этот мост признан аварийным и непригодным для дальнейшего строительства. Было принято решение о сносе этого моста и постройке новой развязки, которая соответствует всем требованиям и нормам Российской Федерации. Откуда у меня такие сведения, вы можете спросить? Ссылочки будут в описании под видео. Проект постройки данного моста уже есть, и в данный момент он находится на рассмотрении. После того, как проект будет у нас одобрен, будет произведен тендер по выбору подрядчика данной стройки. На строительство этого моста у нас уже выделено 900 миллионов рублей. Когда после утверждения проекта будет составлена смета строительства, сумма может увеличиться. Ну, вот такие сведения я вам сегодня озвучил. Все мы с нетерпением ждем, когда в этом месте построят новую транспортную развязку, новый мост. Это очень упростит движение автомобилей в этом месте. Ну, вы, друзья, оставайтесь с нашим каналом. Не забывайте подписываться, писать нам комментарии, ставьте лайки. Ну и до встречи в новых видео. Всем пока. Как я вам говорила, что есть у меня еще одно любимое место. Так это вот оно.